генеральный спонсор программы «Молл Апорт». Адеми рассказала, почему отвергла итальянского ухажера. Напомним, в начале этого года заголовки многих СМИ пестрили о скором замужестве певицы. Тогда горячий итальянский исполнитель Вальтер Риччи сделал предложение нашей красавице. Но, как оказалось, волшебной сказке быть не суждено. Я не расставалась с Вальтером, только потому, что даже мы с ним не встречались. То есть он сделал мне предложение, он познакомил меня с родителями, но между нами ничего не было, и я сказала изначально, что мы разные. И, ну, что это невозможно. Ну, как бы я изначально человека не обнадеживала. Поэтому мы хорошие друзья, мы коллеги, мы, возможно, у нас будет совместный дуэт. Ну что ж, будем ждать творческую коллаборацию Адеми и ее уже бывшего возлюбленного, раз уж не дождались красивого торжества. А вот причины несостоявшегося брака оказались до боли банальны. Рядом с ним мне казалось, что я мама, даже на конкурсе. Я прям рядом с ним была такой женщиной. А я всегда говорила, что я хочу рядом мужчины, с которым я была бы как маленький ребенок. Сердце талантливой дивы недолго было свободным. Кстати, снова глаз требовательной Адеми пал на иностранца. Надеемся, что на этот раз вспыхнувшие чувства и есть история любви с первого взгляда. Я познакомилась. Сказать, что у нас какие-то прям отношения, наверное, нет, потому что мы виделись только один раз. Но мы поддерживаем связь, и я знаю, что я человеку нравлюсь, и нравится он мне, и, возможно, он через недельку приедет ко мне. Ох уж эти романы на расстоянии. Сколько страсти и интриги в таких отношениях. Ну а мы искренне желаем Адеми встретить настоящую любовь и почувствовать себя маленькой девочкой в сильных руках любимого мужчины.